Загадка. А вот тебе еще одна. Андрей Лепнин из Саратова пишет. Мой дядя... Самых честных правил? Ну да, слушай. Мой дядя как-то попытался, по примеру этого певца, взять такую же высокую ноту и сорвал голос. Большое спасибо этому певцу. Я так не понял, а за что спасибо? Как пишет Андрей, дядя большой любитель поговорить, поучить, а теперь хоть помолчит немного. И какому певцу спасибо? Ну, вариант только один. Поет Витас. Мне Бог послал однажды подарок свет небес. Другое все не важно. С тех пор мой страх исчез. Ты счастье мой источник. Словах не передать. За это провидение готов я все отдать. Все тебе готов отдать. Я подарю тебе весь мир. Я подарю зарю и солнце. Не скрыть мне ни от кого. Ты мой кумир. И сердце с твоим лишь бьется. Я подарю тебе весь мир. Я подарю зарю и солнце. Не скрыть мне ни от кого. Ты мой кумир. И сердце с твоим лишь бьется. Мне Бог послал однажды любовь твою как сон. Быть такому дважды, навек в тебя влюблен. Мы вместе, как две птицы, взмываем в облака, разрушим все границы, чтоб стала жизнь сладка. Подарю тебе весь мир. Я подарю зарю и солнце. Не скрыть мне ни от кого. Ты мой кумир. И сердце с твоим лишь бьется. Я подарю тебе весь мир. Я подарю зарю и солнце. Не скрыть мне ни от кого. Ты мой кумир. И сердце с твоим. Я подарю тебе весь мир.